Нур пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, это первое творение Аллаха, достоинством которыми Всевышний Аллах возвеличил нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, относится то, что до сотворения небес и земли он создал свет, нур пророчества, и поместил его на лице нашего праотца Адама, благословение и приветствие им обоим. И этот свет продолжал переходить от достойного и чистого, от язычества предка, такому же, пока не дошел до отца пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, Абдуллаха бин Абдуль-Муталиба. Этот нур был и заметен на его лице.